Знали ли вы, что боец ПОП ММА Шамиль Галимов по прозвищу Пахан засватал жену, когда ей было всего лишь 1,5 годика, а ему всего 9 лет? Чтобы высказаться правильнее, как рассказал Шамиль в интервью, отцы мальчика и девочки договорились о браке и дали по рукам, когда их дети были совсем еще маленькие, а забрал ее Шамиль уже в возрасте 17 лет. Сейчас супруги живут в радости и воспитывают прекрасную дочь. Тайна ММА, подпишись.